Сына и Святого Духа. Поэтому, дорогие братья и сестры, вспоминаем праздник Крещения Господне в Явыне. Что значит для нас этот праздник? Мы знаем, что вследствие грехопадения Адама род человеческий страдал, безутешно страдал, будучи подвергнут греху, проклятию и смерти. И человечество чаяло утешение от Господа, потому что уделом каждого человека был ад. И как бы человек ни прожил, он все равно, будучи под клятвой, он уходил в ад. Поэтому очень трудно нам с вами оценить это великое событие. Это такое важное событие для нас с вами, особенно для тех, которые понимают, что жизнь наша скоротечна здесь на земле и коротка, а вечность, она несравнима с нашей человеческой жизнью. И поэтому человек готовится не здесь прожить безбедно и привольно, а именно в вечности. Человек должен готовиться к вечности. И ради этого сошел с небес Христос. Ради этого Он воплотился в человеческую плоть, дабы взять на Себя наши грехи и страдания, взять на Себя то проклятие, которому человек подвергся, и смерть, вследствие которой человек уходил в ад. И вот событие крещения. К сожалению, многие не понимают, и многие только видят видимое сейчас сотворившееся чудо. А видимое, что мы видим? Вот когда я был на Святой Земле, я видел, как именно в этот момент воды, вопреки естеству, возвращаются вспять и уже текут против течения. Вода бурлит. Вот именно в этот момент взбурлилась вода и потекла совершенно обратно. Совершенно невероятное явление. Но это только видимое, совершенно видимое такое вот маленькое чудо. Самое главное в том, что мы не видим, но мы знаем и верим, что это так. Потому что Господь разрушил грехопадение и следствие грехопадения первого человека. Господь разрушил заклепы ада и вывел оттуда всех праведников. И теперь каждый из нас имеет великую надежду. Мы имеем великую милость Божию в вечности с Богом, а не в аду. И уже человек, который стремится к Богу, который идет за Господом, он уже знает, что он и в вечности не расстанется с Богом. Он не будет одинок, а будет уже всегда с Богом, потому что Господь наш Иисус Христос в великом крещении и богоявлении омыл прародительский грех, разрушил проклятие и смерть и ввел человека в вечную жизнь. К чему мы все и стремимся, ради чего мы здесь сейчас и собрались. Не просто набрать святой целебной водички, не просто. Потому что я вам говорю, сколько чудес помимо этого великого чуда. Но мы здесь прежде всего ради того, ради великой надежды,
дабы нас Господь помиловал и удостоил с Ним вечно пребывать, и не в аду, не в вечной смерти, а в вечной жизни с Богом. Поэтому самое главное не то, как мы принесем эту воду, сможем ли мы залезть в эту купель, окунуться. Самое главное то, сможем ли мы очистить наше сердце, научимся ли мы следовать за Христом, сможем ли мы простить и возлюбить. И если мы чувствуем, что что-то еще не так в нашей душе, давайте стремиться к исправлению. Давайте научимся и прощать, и любить, и терпеть. Давайте научимся идти вслед за Христом. Он нас призывает. Да, это тернистый путь, непростой путь, сложный путь, но это путь победителя. Это путь великой победы, потому что он приводит к вечной жизни со Христом. Стремитесь, братья и сестры, к тому, чтобы каждый ваш шаг, каждый ваш вздох был соразмерен и синхронен с Богом. Открывайте чаще Евангелие и соизмеряйте свою жизнь с Евангелием. Научитесь жить по-христиански. Это понятно, что каждый из нас слаб и немощен, может спотыкаться, может ошибаться. Но главное не закоснеть в грехе. Главное, ведь смотрите, как сказано святыми отцами: «Да не зайдет солнце в гневе вашем». Почему так сказано? Или сказано: «Гневайтесь и не согрешайте». Да, каждый человек может где-то споткнуться, где-то ошибиться. Но не оставайтесь в этом состоянии. Кайтесь, исправляйте ситуацию. Учитесь побеждать себя. И этот навык придет в нашу жизнь. И мы сможем не держать этого зла или обиды в своей душе. Мы научимся бороться с грехом. И нам будет гораздо легче, если мы сегодня сможем победить. И, как сказано, не зайдет солнце в гневе вашем. Значит, не перейти это на завтра. Примириться сегодня. Научиться сегодня все сделать, дабы не уснуть и не крутить в своей голове это все. Господь знает, кто как грешен, и Господь знает, как помочь каждому человеку. Поэтому в сегодняшний день давайте вспомним о самом главном. Очень хорошо, что вы наберете водички, но пусть эта водичка святая не будет сама по себе вас целить, как вам кажется, а чтобы в совокупности с благодатью Божией мы понимали, что наше исправление и очищение душевное, вот оно прежде всего важно пред Богом. Наше исправление, наше стремление к Богу, вот это и есть та великая сила, которая соединяется с благодатью и меняет не только вашу жизнь, но и меняет весь мир. Помоги нам, Господи, в этот праздник осознать всю глубину и величие этого дня для каждого из нас. И пусть мы с Божьей помощью очистимся и от грехов своих, и от прародительских грехов. И перед нами откроется великая милость Божия пребывать с Богом в вечности. Аминь. Спасибо. Слева.
Все души тело помышления нашего сны. Господи, сия зритель, Боже, Отец наших, молитесь, услыши, помилуй. Ищем, молимся, Великий Господинец, помилуй нас, Боже, по лице милости Твоей, молитесь, услыши, помилуй.